Астропрогноз на 7 сентября. Овен. Проживите этот день без спешки. Не нужно срывать зло на людях, которые вас окружают. Телец. Сегодняшний день готовит вам общение с разными людьми. Близнецы. Не пропустите знак, который вам приготовила судьба. Именно он поможет вам раскрыть свой потенциал. Рак. Не переутомляйтесь на работе. Лучше созвонитесь со старым другом и проведите вечер в его компании. Лев. Нужно заняться собой, а именно обретением душевного равновесия. Отлично подойдут йога и бассейн. Дева. Обстановка в коллективе очень доброжелательная, что натолкнет вас на новые идеи. Весы. Будьте к себе лояльнее. Обвиняя и загоняя себя в угол, проблем не решить. Скорпион. Если вам предложили подработку, проверьте все нюансы, иначе можете больше потерять, чем приобрести. Стрелец. Самое время окунуться в творческие проекты и увлечения. А вечером можно побаловать себя чем-то приятным. Козерог. Переговоры и заключение сделок сегодня пройдут легко и непринужденно. Водолей. У вас радостный день, в котором все сложится очень удачно. Рыбы. Свои обязанности выполняйте сами и не перекладывайте их ни на коллег, ни на семью.